Одна баскетбольная корзина на две команды, в каждой по три человека. У каждого из четырех щитов нешуточная борьба. Этот турнир по стритболу – один из пяти официальных ежегодных баскетбольных соревнований Центра молодежи. И приурочен он ко Дню молодежи. Турнир проходит в четырех категориях возрастных, соответственно, разделение на девушек, мужчин и юношей. В турнире у нас принимают участие команды из других городов. Собинка, Суздаль, Вязники. Всего 35 команд, в каждой по 4 человека. Один в запасе, трое играют не более 10 минут, либо до 16 очков. По системе двойной плей-офф. При этой системе любая команда сыграет минимум 2 игры. А дальше все уже зависит от силы команды. Более сильные уходят вверх, слабые проигрывают, отваливаются и приходят на следующий турнир. Баскетбол 3 на 3 сейчас получил уже официальный олимпийский статус. Вот, разработаны официальные правила, мы их сейчас внедряем на территорию Владимира и Владимирской области и стараемся следовать этим стандартам. Сэм занимается спортом с 5 лет. Говорит, раньше играл в футбол, а в баскетбол пришел всего несколько месяцев назад. Этот чемпионат для него первый, пока его команда терпит поражение. Не пасуется моя команда. У нас было трое человек, и я очень редко получал мяч, поэтому мы два матча вот играли, два матча проиграли. Да и соперники были довольно-таки сильные, высокие. Вот, поэтому не получилось пока. Но планирую вот следующее соревнование тоже, планирую уже получше выступить. Дарья пошла в баскетбол, потому что высокая. Вид спорта выбирали с папой. Сейчас вместе с командой тренируются 5 раз в неделю и стараются не пропускать никаких соревнований. В арсенале спортсменок только призовые места. Мы ездили в Беларусь играть. Во многие города ездили, играли на стритболах, вот так же. Много соревнований. Почти каждый месяц ездим. Победителям вручили медали, дипломы и кубки. Следующий турнир организаторы проведут ко дню физкультурника. Оранжевый мяч пройдет в августе. Валентина Мартынова, Артем Горчаков, 6 канал.